В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Сразу двух пешеходов сбили в субботу ночью на Октябрьском проспекте. Сначала возле ЦУМа водитель «Рено Логан» не успел среагировать на внезапный рывок мужчины, а через пару минут у цирка водитель «Калины» сшиб еще одного человека. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Первое ДТП произошло у перекрестка Октябрьского проспекта и улицы Воровского. По словам очевидцев, на дорогу выбежали два пешехода. Женщине повезло, ее машины не задели, а мужчину сбил «Рено Логан». Не шевелись, ты же сейчас скоро едешь. Ты же не шевелись, не жизнь, а вот ты лежишь. Выбежал на красный. Вы на какой ехали, получается? Он шел или бежал именно? Побежал. С какой скоростью вы ехали? 60. Почти в это же время напротив цирка водитель «Лады Калина» сбил пешехода. Эти кадры сделаны сразу после ДТП. Я понять не могу, с какой скоростью? Я ехал с нормальной скоростью. Спросите ребят, как он выскочил на дорогу. После этого второго ДТП за 2 минуты. На следующий день стало известно, что 41-летний пешеход погиб. Также выяснилось, что у водителя «Калины» Антона истек срок действия водительского удостоверения. Телефонные мошенники продолжают успешно зарабатывать на доверчивых жителях Кирова. По схеме под названием «Проблемы с картой» вновь обманули женщину. Лжесотруднику безопасности банка потерпевшая сообщила реквизиты карты, пароль и одноразовый пароль из СМС. Поступил звонок незнакомца, который, представившись сотрудником службы безопасности, сообщил ей пренеприятнейшую новость, что якобы с ее банковской карты происходит списание денежных средств. И для предотвращения данной операции необходимо продиктовать все реквизиты банковской карты. Что она и сделала. Со счета было списано 7500 рублей, чем гражданка очень удивилась впоследствии через несколько минут. Они меня переадресовали как бы на службу безопасности типа другого банка, в котором тоже меня начали спрашивать данные, посылать смс-ки, которые я должна была сказать. И в результате чего у меня сняли денежные средства. По этому факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. На улице Производственной инспекторы ДПС задержали пьяного депутата УЗС Георгия Лугинина. 30-летний мужчина ехал на ленд-крузере из Дороничей в город. После остановки Лугинин утверждал, что выпил полбанки пива и интересовался, кто его снимает. Вы в состоянии опьянения сели за руль, я так понимаю, да? Нет. А как было? Ну, прибор так показал. Да, вы не доверяете этому прибору? Абсолютно доверяю. Фамилию можно вашу узнать? Пичугин, моя фамилия. Пичугин Сергей Сергеевич. Корреспондент Первого городского канала «Место происшествия». Знаете такую программу? Да, конечно. Смотрите? Бывает. Ну вот видите, теперь вы там попадете туда. Я не против. В итоге сейчас Георгию Лугинину грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. Депутатский Land Cruiser Prado эвакуировали на штрафстоянку.